Международные правозащитные и гуманитарные организации бьют тревогу. Беженцы на Балканах мерзнут и болеют. Особенно тяжело наступившие холода переживают дети. Их состояние критическое. Есть случаи обморожения. В Сирии мы не заботились о погоде. Конечно, сейчас все это тяжело для детей. Вообще, приезд сюда из Сирии – это большое путешествие. Тем временем, на фоне растущего недовольства ФРГ, Ангела Меркель обещает снизить миграционный поток. «Мы не будем искать сиюминутных решений, но я гарантирую, что это не будет связано с закрытием границ», заявляет Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Берлине. «Закрытие границ – не выход из положения». Правительство Баварии не устраивает миграционная политика канцлера. Регион требует восстановить контроль на границах. Понятие закрытия границ легко можно неправильно интерпретировать, говорит министр внутренних дел Баварии Йоахим Герман. Никто не говорит о полном закрытии границ. Конечно, экономические связи сохраняются, импорт и экспорт продолжаются, туристы тоже пересекают границу в обоих направлениях. Еврокомиссия заявляет, что нынешний миграционный кризис в мире крупнейший со времен Второй мировой войны.